Заключительная стадия избирательной кампании. Меньше 2 недель осталось до главных выборов страны. Сейчас идет подготовка помещений для голосования. Ведется оснащение участков веб-камерами. Видеозапись выборов будет храниться в течение года. Открытость голосования обеспечат и прозрачные ящики. Изготовлено и получено 402 прозрачных ящика, которые сегодня уже также доставляются на территории в территориальной избирательной комиссии и затем непосредственно в участковой избирательной комиссии. Решением избирательной комиссии Курской области прозрачные ящики будут установлены на этих выборах в городе Курске, в городе Железногорске, в городе Курчатове, в Курском районе и в городе Льгове. 4 и 5 марта в областной избирательной комиссии будет работать информационный центр. Он будет собирать сведения о ходе и результатах голосования. Все вопросы, связанные с голосованием, уже сегодня можно задать по телефону горячей линии 51 33 37.